Я не знаю, я его лично не знал, не знал его даже, это произносил сам. Ну, такой был человек, сталкивался с ним. 19 апреля планируется большой-большой дирфест с участием множества музыкантов будет. Играть, петь, цирковые артисты. В общем, такая попытка сделать такой театр, большой театр Курёхина, о чем, собственно, Дыркин на излете уже своей жизни мечтал. Не просто концерт, набор песен, а вот некое единое какое-то театрализованное пространство. И вот ребята затеялись это все сделать. Дырфонд, Петька Глухов, Вовка Кожекин и станция «Мир». Опять же, Вдовин, Фухрдинов, ваш покорный слуга, все мы там будем. Уже начались приготовления. Большой тысячный зал, представляю, что они черти замахнулись. Ну да, получится все. Песня называется «Слово». Летала судьба без тела, искала на карте место. Мир был страницей белой, планета лепешкой пресной. В уста не вложили слова, и слово не вышло боком, пока не любовь отцова, и не война пороком. Под бархатом сны рояля, но не родилась пианистка, Евангелие облаками ветер. Евангелие по вене, евангелист.